Всем привет, ребята, с вами как и Пенни, Шрингей в игру Универсим. Погнали. Стой. И в чем прикол этого мира? Что надо делать тут? Так, открытие бутения повторно. Для перемещения используйте кнопки. ВСД. Так. Ну понятно, вот он мой мир. Перемещать, удерживая назад и клавишу левый shift. Это чтобы быстро бегать. Да, понятно, вот плязы. Так. Что только разместите его в подходящем. Здесь эпицентр на планете. Берут. Разумите эпицентр. Все. Намерен просто место уплотить на тело вас, цивилизацией. Давай-ка на тело цивилизации будет... О, животные после. Давай-ка вот тут у нас будет эпицентр. Разместите эпицентр на земле. Здесь будет. Разберите эволюцию, да. Take a look. Исследование. Так, скажите, значком исследования в незаметном углу, чтобы открыть, давайте исследование. А зато вы можете управлять продвижением вашей цивилизации через эпохи. Вы можете добавлять в очередь исследования 5 бонусов. Get your new subjects. They're called nuggets. Largely because of their body's apparent... И вот оно. И что делать? Так, добавьте бонус примитивные инструменты. В очередь исследования. Где? Где примитивные... А где примитивные инструменты? Я не вижу ни хера. В смысле? Давайте примитивные инструменты в очередь исследования. Где? Где они? Во. Так. Бафьте водяное колесо в очередь исследования. Водяное колесо. Так. Добавьте водоснабжение. Водоснабжение в этих исследованиях. Водоснабжение. А где оно? А вот исследование потока воды, типа того, наверное. Так, закройте панель исследований. Окей. Так. Сверху, чтобы увеличить скорость игры, нажмите кнопку. Так вы можете увеличить или уменьшить скорость игры с помощью кнопок. Ускорить симулятор или замедлить симулятор. Кроме того, вы можете в любой момент возобновить игровой процесс с помощью кнопки пауза. Ну, это понятно. Примитивные инструменты. Исследование завершено. И что делать? И как это работает? Natural evolution is a wonderful thing to observe. Unfortunately, к сожалению, обычно она заканчивается печально. У нас нет на это времени. Кстати, вы можете влиять на развитие вашей цивилизации, повысить ее шансы выжить. Вот она. Вы можете дать предпочтение тому, к чему все лежит в ваше сердце. Но помните, что сердце, как минимум, глупое. Я пользуюсь этим голову. Довольно неплохо, девиз, позвольте. Конечно, если ты только не добавляете и ею. А, и что делать? О, красава, ломай дерево. Она вон тоже дерево ломает, кстати. Мы с вами еще тюбриков делать. Nuggets are all unique. Ладно, наггетс уникален. Наггетс. Против некоторые общие черты у наггетов встречаются. Среди их потребления в базовых вещах. У них есть еда, крепкая крыса над головой и периодический отдых. Они ходят учиться, исследовать.
и создавать. Это было бы довольно воодушевляюще, если бы не довольны представителями своего вида, которые сначала думали, что их тени пытаются их съесть. Блин, сквозь дерево упало. Пиздец. Что это такое вообще за заборчик? Злое. Код строительства. А, это они решили построить тут. Забавно. Построить решили, пацаны. Дерево и хер знает, что делать, и как не влиять на цивилизацию здесь. Камень. Опа, меню строительства. Я могу за дороги построить, а не идется они как бы еще аборигены, как бы. Ключевые здания должны возродиться наггетами. Чтобы начать этот процесс, нажмите кнопку меню строительства. Над кнопкой строительства выберите значение «Разместить» его на нужном месте. Нажав левую кнопку мышки. Для повторного здания используйте кнопку «Повернуть план здания», «Повернуть план здания направо». Нихуя не поняла. Ну, очень интересно. Получает нам сюда. Это красивая планета. Постарайтесь не загубить ее, ладно? Ничего не обещаю. Что делать? Как мне построить хоть что-то? Ой, уже домики строятся, прикольно. Так, вы хотите обновить размещение жилых зданий каменные века эры? Дом. Бля, прикольно они сделали тут домики. Как вы тут запостроили, пацаны? Сколько вот тут дней прошло? Всего 2 дня, а вот какой гроб все построили, а? Пацаны вообще красавцы. Так, выберите момент строительства и поверните ее с помощью кнопок. Повернуть план или здание влево. Повернуть план здания вправо. Ну вот здесь я, к примеру, сделаю здание. К нашим героям я еще вернусь. И тут такая. Волк. Какой странный волк. Зеленого цвета. Странноватый волк. И идет как-то странно. Так. Что дальше-то? И поверните с помощью кнопок. В смысле? Выберите здание в меню строительства. Я нихуя не вижу никакое здание здесь. Да хуй знает, как делать это все. То есть прошло 45 дней. Что это означает вообще? Так. Отдых, место. Легендарные здания, давай. Ну еба, все здания закрыты, сука. Куланые ведра. Давайте. Биолокация воды. И вот это. А, еще вот это. Чтобы у меня все усовершенствовалось. Конечно, я сама не понимаю, как все это работает. Но в дальнейшем разберусь. Что тут делаете, пацаны? А это если кто? Это кто? Черепаха. Какая-то, блин, золотая. Где они тут домик построили? А, это еще что? Какой-то новый домик. Я его точно не помню. Не поток воды. Исследование завершено. Заебись. Год новый домик. Я его не помню. Блять, всего один домик. 2 домика узы. Так, тут горы. Тут ничего не изменилось. Так. Красно вот все. Ё-май гад. Где мои тут человечки? Они где-то тут были. Я их потеряла из виду. Сейчас найдем. Кукурузный чел. Это кто?
Вы где-то домик-то построили, что-то я не вижу у вас тут ничего. Фига себе, это под водой может быть красиво, ну-ка. Бульк-бульк-бульк-бульк-бульк. Сейчас под воду пойдем. Бульк-бульк-бульк-бульк-бульк. А хрен, нельзя. Интересно, что там под водой, ведь я ничего не создаю. Под водой я вот точно ничего не создаю. Бляха. Можно я посередине ее поставить, как это странно управляет этой планетой? Да можно как-то, не знаю, повернуть ее столить. Ого, наконец-то. Все, стой, притормози. Где у них тут домик-то вроде был? Они вроде строили, ебать, это что такое? Это что? Местоположение недостапиума? Чё? Показать? Ох, ебаха! У меня пока что каменный век, и то до конца ничего не изучен. Так, вот это давайте. Вот это. Ладно, тут все пока не все, но будем знать еще. Птички летают, туда начали летать. А домик-то где у нас? А это еще кто? Нихера не видно. 57 дней уже. Ничего не изменилось. Я так понимаю, к будущему мы никогда когда не придем, особенно со мной. Где-то домик-то не строились, это его потерял совсем. Из виду. Пацаны, вы где домик построили? Я что-то не вижу его у вас тут его. У меня много других дел, и я все забыла. Ух ты. Это что такое? Что такое? Батарея? Кого плата планету красителя? А нахрена планету красить? Только нельзя, чтобы ее нашли мои человечки. Это пизда планете. Пидарулю планете. Ебать, свиньи, как я ее. Что это такой? А хер поймёс. Где вот у телеки? Я что-то вас потерял совсем из виду. Я тут строили домик. Ой, пушистые толстые пришло лето. Мамонты? Ебать. Это какой век-то у меня вообще? Не должно забыть мамонтов в каменном веке. Хотя я, может, много чего не знаю. Ребята, вы где? Тут вообще никого не видно. Вот тут все случилось, что ли? Вы где, ребятки? Тут вообще пустыня, тут новенькая. Яблочко поворачивает, это забавно. Так, пока только камень. И ничего вроде больше нового. Так, я внимательно буду за вами следить, пацаны. Я думаю, это вы там дымите. Планета красотеля, а вы-то где у меня, ребята? Я чуть-чуть вас потерял совсем. Неужели не всех перебили мамонта? Я не везу, надо не везу тет свое поселение. Куда оно делось? Херня какая-то. А это что такое? Кузыны и ведра. Исследование завершено. Будьте построить больше колодцев. Нагисы не умеют их. Они будут делать это с облегчением. Улетя все в озера им будет полегче. А как построить колодца? Ну вот я нажимаю, только что-то построить не видно ни хера.
какие-то создания. И тут иду ни хера. Чё, стрела Купидона, это что такое? Телекинез, нахера она нужна? Восстановление. У тебя больница типа какая-то. А это что такое? Создание. Нихера тут нет, я ничего создать не могу. 72 дня. Вы где, ребятки? Я найду своих человечков или нет? Я хоть потеряла из виду. А где вы реально? Телеки мои, вы куда делись? Еще один метеорит упал. Все, ломаем его. И что такое? Использую его творца и телекинез, чтобы перенести космический ящик в эпицентр. Зачем? За надом. Планета большая, не всех успеваю сразу найти. Где-то у них тут домик вроде было, не устроили за нее. Залили на мавзолей, и все, пизда. Если бы им была пизда, мне бы за диктор, наверное, все усы прозузал. Только это херня какая-то. Вы ребята, что-то я вас найти даже не могу. Ну и хера знаете, я потерял своих людисок. Надо было за ними вряд ли следить, но я что-то не последил за ними ни хера. Акула? Да, рыбки. Сейчас я найду своих телеков. Где они тут у меня? Чем-нибудь хоть занимаются? У них много чего до зомбитюза построено. Они много чего уже освоили. Или не освоили нихера. Беру с меня пример. Я хера знает, где они. Я их потеряла. Может быть им кабзда. Ну все, котки, если игра понравится, я продолжу в нее играть дальше. Все, всем пока, с вами был Крикосней, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите бодрые комментарии. Хотите, чтобы я продолжил играть в интересные игрушечки? Или просто делать на них обзорчик? Тоже, в принципе, интересно. Все, игра интересная. Подумайте, повеселиться есть над тем. Только телеков я их потерял, где найти их не могу. Все. Все, котским пками, с вами был Грикосплей, подписывайте канал, ставьте лайки, писайте бодрые комментарии, ходи с тобой, продолжу играть в интересные игрушечки, и так написайте, в какую игрушку мне еще поиграть. Лучше написайте сами, и я обязательно в нее поиграю.